Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий, и это шестой эпизод по прохождению Resident Evil 2, ремейк, компания Залеона Кеннеди, режим сложности хардкор. Вот, как мы помним, если вы не забыли, прошлая серия у нас выдалась довольно такая жесткая, сложная. Вот, был бой с Биркиным, он нам чуть не надавал люлей, короче, но мы все-таки его победили. Также встретили новых врагов, это Церберы, но, к счастью, лицом к лицу нам с ними не пришлось сражаться, нам помогла Ада Вонг, тоже новый персонаж, которого мы встретили. Вот, после того, как она нам помогла, она размахивала своим значком, тыкала нам им в нос ФБРовским значком и крутила пальцы веером, надувала сопли пузырями. Вот, типа она такая крутая, короче. Первое впечатление от Ады было то, что она слишком дерзкая бабенция. Вот. Так, мы попали. О! Зомбарь тут за решеткой. Мы попали. Камера заключенных. Камера заключенных здесь получается. И все заключенные, вот они, в зомбари превратились. Здесь. Так, камеры закрыты. Закрыты. Ох ты, как он выскочил, жердяй. Понятно, короче, камеры закрыты, но я думаю, в скором времени они откроются. Так, мы также в прошлой серии апгрейдили Матильду, и я взял ее, походим с ней, короче, она по три патрона теперь подряд выпускает. Вот. Так, рычаг ничего не открыл, да? Вот. Должно быть нормально. О, еще зомбарь. Смотрите, у него цвет кожи. Просто под цвет кирпичей, под цвет краски. Он слился с местностью, как ниндзя. Эй! Эй! Привет! Поверить не могу, нормальный человек! Привет, человек! Ты тут долго пробовал? Мне хватило! Кто-нибудь еще выжил? Да, с нами еще несколько человек. Ага, это хорошо, наверное. Ну, то есть, если ты не от Айронса. Айронса? Шеф Айронса? Он где-то здесь? Кто знает? Надеюсь, его уже кто-нибудь сожрал. Ты о чем? Это он меня тут оставил, урод? Думаю, у него были на то причины. Были. Я собирался сдать его лживую задницу со всеми потрохами. Я бы на его месте тоже тебя в обездельник посадил. Слушай, предлагаю сделку. Открой камеру и получишь вот это. С парковки ты без этого не выберешься, уж поверь. Извини, я не могу. Сначала нужно поговорить с шефом. Ты понимаешь, что мы оба здесь заперты. И мы либо объединимся и поможем друг другу, либо... Черт. Начинается. Что? Что начинается? Ну давай. Давай же не будь сволочью. Для твоего же блага. Да выпусти меня уже, мать твою. О боже. Кто это? Это я, не паникуй. И пушку убери. Я даже не понял, что произошло. Так быстро. Я предупреждала, что надо убираться отсюда. Ты же не хочешь закончить как Бен, правда? Вы знакомы? Он был моим информатором. Помог мне в расследовании. Значит, он говорил правду.
Эй, хватит уже молча от меня уходить. Я даже имени вашего не знаю. Меня зовут Леон Кеннеди. Найди выход отсюда, Леон. Пока не поздно. Потом поговорим. Я Ада. Уговор есть уговор. Ох, блин. Чувака, нифига себе размазала. Какая-то там здоровая ручище. Просто. Жесть. О, какого дьявола? Вы просто посмотрите на его гримасу, у него же глаза вылезли, бедняга. И снова Ада появилась. Она снова начала дерзить. Я думаю, это до поры до времени. Приспособление взяли какое-то. Рукоятка, которую можно вставить в квадратное отверстие. Так, таких квадратных отверстий мы, кстати, вроде несколько штук находили, да? Правда, я местоположение не помню. Ну, так, примерно помню. Вот. Так, здесь ничего. Записочка лежит. Памятка, электрощиток тюрьмы. Электрощиток сдох. Найдите главного, пусть побыстрее с ним разберется. Полагаю, это ни для кого не секрет, но электрощиток тюрьмы – жуткое старье. И нам потребуются особые детали электрощитка, которые никто не производит. Впрочем, их еще можно найти в генераторной. Дополнение. Судя по всему, в генераторной всего одна деталь электрощитка. Еще одна должна быть у парня, что пришел чинить часовую башню. Так что кто-нибудь соприте. В смысле, попросите ее у него, пожалуйста. Соприте. Нормально. Так, найти детали электрощитка. Окей. Вот, и я говорил то, что до поры до времени Ада такая дерзкая. Пока, судя по всему, пока она не влюбится в Леона и не начнет испытывать к нему всякие там разные чувства, короче. Ну, еще раз напоминаю то, что я сужу по оригиналу, вот. Здесь может быть все совсем по-другому, я не знаю. Мы будем надеяться, что она все-таки размякнет. Вот. И еще, друзья, я вычитал такую информацию, короче, две новости вот по игре Резидента. Первое, это то, что 15 февраля, короче, выходит DLS, в нее будет входить бесплатная DLS. Вот. Я так понимаю, у кого есть как бы купленная Резидент, будет бесплатно. DLS-ки будут бесплатные. В них входит, короче, три дополнительные сюжетные кампании. Вот. Они будут рассказывать о персонажах. Так. О персонажах, которые, короче, не смогли выжить в эпидемии в этой, короче, Raccoon City. Вот. В зараженном городе в этом. Я думаю, будет интересно посмотреть, мы их приобретем. Вот. Мы их приобретем, короче, и пройдем. Но проходить мы их будем, короче, после основных сюжеток Леона и Клэр. Я думаю, так будет интереснее, так будет разумней. Так. Вот здесь, да. Здесь у нас рукоятка. Память мне не изменяет. Вот. Думаю, будет что-то стоящее. И вторая новость, это то, что компания Netflix, короче, по-моему, она так называется, вот, готовит, как бы не то, что готовит, короче, занимается усердно сериалом по игре Resident Evil. Вот. Я думаю, будет круто так, что, как так. Так, как Netflix, сериалы вообще крутые, как бы. Так, слышали, да? Рычание. Значит, где-то здесь неподалеку Церберы. Блин, как я их не люблю. Так,
Что у нас здесь? Коробочка. Деталь устройства в коробочке. Коробочка с деталью электронного устройства. Небольшая деталь электронного устройства. Особая деталь от электрощитка. Ага. Взяли одну деталь, еще одну надо найти, да, судя по документам. Вот. И мы находимся, так полагаю, в генераторной. Так, что у нас есть? Там я травку видел. Здесь у нас порох. Так, окей. Давайте, наверное, травку возьмем. Возьмем травку. А за порохом мы уже вернемся. Вернемся мы по-любому за порохом, потому что и аптечки, и патроны, они, блин, здесь на вес золота вообще. Так, я слышу тварюгу. Она где-то здесь, значит. Наверное. По-любому сейчас из-за угла как выпрыгнет. Как они любят. Нет, никого нет. Но рычание есть. Ладно, бог с ним. Может, это просто нас пугают разработчики. Так, панель номер С. Ну, судя по тому, что мы в генераторной, это получается генератор, который запускает электричество. Вот. И по всем традициям резидента, нам, я так полагаю, надо сделать так, чтобы стрелочки... Обе стрелочки находились на красной, как бы распределить электрический ток. Так, ну давайте попробуем. О, получилось. Довольно несложное было. Быстро это все произошло. Опа. Прибежал Цербер. Боже, как я их не люблю, а? О, черт, я промазал, блин. Ну и где она? Где эта тварь? Есть, отлично. Он сдох или он притворяется? Похоже, сдох. Окей. Так, 5 патронов у нас. Всего 5 патронов. Надеюсь, он был один. Вот отсюда он, получается, вылез, да? Так, нету, да, у нас места? Нету. Окей. Так, у нас, кстати, есть еще... Вы посмотрите! Нифига он такой... Такой умный, блин. Хотел пролезть. Так, 3 патрона. Хотел пролезть, блин. Так, давайте сходим, поставим деталь, короче, да? И вернемся за порохом. Воу-воу-воу-воу! Так. Ружье! О, жесть! Нифига ему так пробороздило, просто смотрите по спине. Жескач. Так, перезарядку. Фиг. О, они еще так могут. Твари. Фига себе. Они еще через эти препятствия могут перепрыгивать. Так, хорошо, что мы здесь собак, короче, поубивали. Я думаю, сейчас как раз тот момент, когда они могли выскочить из клеток. Оу! Тварь! Блин, хорошо то, что с дробовика, если четко попасть... О, жесть, просто его раскромсало. С дробовика, если попасть, то с одного выстрела убивает собак. Это радует.
Так, оказывается, они могут выпрыгивать через вентиляционные отверстия. Надо быть настороже, короче. Будь аккуратным. Так. Еще такие углы, блин, сделаны вообще резкие. И непонятно, откуда выскочит. Еще. Так, здесь у нас никого. Так, тишина. Отлично. Тишина. Так вот, мы взяли, короче, бубновый ключ, и нам надо будет возвращаться в полицейский участок. Вот. Ну, это хорошо, что в полицейский участок надо будет возвращаться, потому что... Так, я что-то не туда пришел. Не туда пришел. Мы пришли в дверь, которая открылась, когда мы подали ток. А нам надо вон туда. Там, видели, да, лестница наверх была. Так, он ходит. Тварюга. Шастает. Блин, серверы в открытом... Так. Он сюда бежит, нет? Смотрите, их там несколько штук. Серверы... На, держи. Блин, патроны стратил, черт! Воу-воу! Ты как здесь очутился? Че за позагрузки-то начались, блин? Не прицелиться, нормально. Еще одна. Пипец. Именно. Леон, именно фак. Так, их трое было или все? Трое или все? Нормально. Тихо. Да блин, эти шумы. Окей, давайте подвижемся. Фу, хоть главное не цапнули. То радует. Но блин, я патрон истратил. Патрон. Впустую. Это жесть. Так, зомбари, интересно, встанут, не встанут. Тварюга это встанет. Заново сейчас как цапнет. Ну я полагаю, вот эти вот решетки, они откроются, когда мы, короче, дернем за рычаг. Решетки откроются и повылазят эти зомбари. Так что надо быть наготове. Кстати, можно было вернуться и за порохом сейчас. Ну ладно. Давайте поставим, чтобы по 10 раз не возвращаться. Так, теперь можно бегом пробежаться, забрать порох и уже идти туда, к лестнице. Так. Блин, здесь парковки под загрузочки такие. Нехорошие. Чуть не испортили нам все. Так, ну, надеюсь, я собаки больше не повылазят. Хотя, блин, черт их знает. Так, здесь у нас морг. Нам туда не надо. Так, мы туда прибежали, я что-то не понял. Да. Пришли туда, куда надо. Забираем. Так, ну все, можно возвращаться. Блин, так громко дверь открывает.
Да, я читал то, что разработчики, кстати, говорили то, что вот эти вот шумные открывания, ой, не туда пришел, шумные открывания дверей, вот эти все, они могут привлечь, короче, всяких монстров, всяких уродов, короче. Так что надо не шуметь и также прислушиваться к всяким звукам. Если хорошо слушать, вот, то можно определить, какой из врагов там нас поджидает, короче, за стеной или за углом там где-нибудь. Вот. Так, вот сюда нам надо. Так, у нас 3 патрона. Это не есть хорошо. 3 патрона, и, по-моему, для ружья у нас больше нет патронов. Так. И, судя по всему, мы вернулись в полицейский участок. Так, у нас здесь куча окон. Надо. А, мы выложили, да? Ну, патрончики, отлично. Для дробовика. А мы выложили доски, блин. Все не слава богу, блин. Так, печатная машинка. О, отлично, отлично. Так, некуда. А, в принципе, глядите, у нас там, по-моему, красная еще трава, да, есть? Да. Так, давайте выложим, что мы выложим. Выложим мы порох. Возьмем красную, да, траву. Смешаем. Отлично. Смешали красную. Заметили, да, то, что, ну, по крайней мере, я заметил. Смотрите, синяя трава, она обычно появлялась, ну, вот в оригиналах, там, в первом Резиденте, даже в ремейке. Она появлялась, когда впереди нас ждал какой-нибудь враг, который травит. Там может отравить, там, с токсинами, там, типа змеи, паука, короче, какой-то такой вот враг. А здесь они, короче, лежат просто так. О, отличный патрон для пистолета. Лежат просто так. У нас уже попадается вторая трава, да, получается. И не было еще таких вот врагов, которые могут отравить или что-то сделать. Так, давайте сделаем патрончиков, я думаю. Воу-воу-воу, не надо выбрасывать. Патрон для револьвера. Чё? Да ладно! Блин! Я перепутал, короче. Я хотел для дробовика сделать. О, блин, я лошара. Сделал для револьвера, блин. Патроны для револьвера. 50 АЕ. Мощнейшие боеприпасы доступны для самозарядных пистолетов. Вот это я тупанул, блин. У нас револьвера-то нет. Ладно. Пускай лежит. Чё уж там. Пипец. Пипец. Так, енотов у нас здесь нет никаких. Коечки тут. Еще патроны для револьвера. Кстати, может быть, револьвер где-то рядом лежит? Смотрите, какая сумка огромная. Я хочу себе такие часы. Так. Электрическая деталь. Похоже на еще один предохранитель, да? Предохранитель. Коридор, комната отдыха. Предохранитель. На нем написано вход в коридор комнаты отдыха. Угу. Так. Предохранитель, это хорошо.
Вот эту локацию из оригинала я помню. Только в оригинале было здесь, короче, больше коек. Лежал труп, по-моему. Если даже не один. Вот, записка была. Охранника комнаты, ну, как бы... О, свет, что ли, нужно включить? Охранника, короче, по-моему, была какая-то записка. Он, типа, он там писал, короче, как он играл в шахматы там с кем-то, вот. В итоге, короче, они там заразились все, вот. И, по-моему, да, в этой локации, по-моему, лежал револьвер. Не патроны, а револьвер лежал в оригинале. А здесь у нас тупо патроны. Ну ладно, пускай. 8 патрончиков. Ладно. А, доски, доски. Доски надо взять. Заколотим сейчас мы. Хотя бы одно какое-нибудь окно. Думаю, хоть как-то оно скрасит. Так. Поменьше, может, залезут упырей. Так, какое окно? О! Так, я нашел какое окно заколотить. Все, пускай ломится. Эксит. Эксит. Нужно и это окно было заколотить. Вот. О! Черт! Там тусовка, блин. Окей, ребят. Нате вам. Обоим просто так смачно прилетело. Черт. Именно, Леон, ты истину глаголишь, блин. Черт. Лежать, тварь. Блин, тот встал. Черт. Да блин! Что ты будешь делать-то, а? Тварь. Пошел вон, короче. Жалко, правда, на тебе патроны, блин, для дробовика. Ну раз уж ты такой засранец. Да ладно. Там еще встал. Ну, пипец. Ребят, вы чё? Совсем, что ли? С дуба рухнули. Да сдохни ты уже, на... Как меня бесит, а? Что не дохнуть, нифига. Так. Смогу я как-то подобраться к хранителю, а? Чё там? Там в стене что-то еще. Окей, отлично. Так. Ножик! Ножик, 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 отлично. Так, умирай, тварь, умирай! Так, Леончик, Леончик, беги. Отлично. Ну-ка. И. Так, у нас один патрон остался застрелиться. О, жесть. Короче, вот этого надо. Фигачить так. Ножом сейчас мы его, чтобы патрон не тратить. Подыхай давай, ну. Все, сдох. Отлично. А, ребят, это место, короче, комната с жалюзями, то помните, да? Мы этого чувака, короче, не смогли-то вытащить. Ну, в самом начале-то помните, которого кишки вывалились. Он уже в зомбаря превратился. Кстати, здесь должен быть лысый из Бразерс. А где он? Странно, куда-то свалил уже. Значит, надо быть начеку. Он может быть где-то... Где угодно. Здесь у нас заколочено отлично. Счета нет у нас. Где-то гуляет.
Так, это у нас локация, по-моему, зачищена, да? А, боже. Лезет через окно. Тварь. Окей. Так, отлично. Save room. Безопасная зона. Сюда они не проберутся. Ага, здесь у нас Марвин. Марвин, точно. Надо посмотреть, как у него дела. Но у меня плохое предчувствие, что он умер. Да, вот смотрите. Что он умер и... Он может превратиться. Да. Марвин. О, нет. Черт. Ну что, один патрон, давайте, может, истратим его на Марвина. Избавим его от мучений, а? Воу-воу. Да, Марвин. Он шевелится вроде. Но он живой, да. 100%. Так, и все, у нас патронов нет. У нас патронов нет. Так. Один ножик и граната у нас. Больше ни черта нет. Так, ну что? Куда нам надо двигаться? У нас, кстати, здесь еще много чего не исследовано. У нас есть пароль, короче, от шкафчика. Вот. Надо будет вернуться к шкафчику. Опа-на. Лизун. Окей. Ух ты. Лизунчик красавец. Так. Не шуми, тварь. Так, здесь у нас крести. О, вот этих когтей я, кстати, не замечал раньше. Твари шумят, блин. Сейчас как лизун прибежит. Будет не айс. Хотя он будет, наверное, нападать на них. А мы сможем вот это, под шумок удрать. Твари, а? Напугали опять. Окей. Так, здесь у нас лизуны, главное не шуметь. О, да ладно, мы травушку что ли пропустили? Ничего себе. Такое нельзя пропускать. Так, у нас здесь у нас черви. Оба-на. Ну что ты свой язык-то показал? Язык неприлично показывать. Так, надо как-то его обойти. Тихо. Да ладно, он дал нам путь. Какой хороший. Какой послушный, а? Не говорю, он красавец. Так. Вот этот зомбарь у нас не убит. Надо его, короче, потихонечку пройти. Окей, отлично. Так, ну в принципе, что у нас? Давайте, короче, попробуем сходить. Не станет, да? Попробуем, короче, шкафчик открыть. Так. А, я думал, здесь у нас эти. Лизун где-то. Слышите, да? Где-то у нас лизун. Шкафчик попробуем открыть. Так. Кап, да, у нас здесь? Так, давайте попробуем кап.
Один ящик. Один шкафчик мы не смогли открыть. О, отлично. А этот у нас получилось. Здесь у нас. О-е-е! Три патрона. О, да, детка. Так что надо, короче, обращать внимание на стены, на записки всякие. Могут быть там пароли всякие. Вот. Это нельзя пропускать, надо быть повнимательней. Так, ну что, давайте спустимся в сейв-рум. А лампа шаталась раньше? Так, ну три патрона это уже что-то. Ломится. Так, отлично. Ну что, давайте я сохранюсь, вот, и буду заканчивать на этом. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот. А я со всеми буду прощаться. До новых встреч, увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.